Привет! С вами сегодня снова Артём. И сегодня нас ждет небольшое испытание. Это будет кардиокомплекс. Мы поработаем с ритмом вашего сердца, поднимем пульс. Работайте всегда в своем темпе, какой вы чувствуете. Можете это выполнять чуть медленнее, чуть быстрее. Итак, первое движение нас ждет скейтер. Это первый уровень. Вы можете его чуть усилить. Прыжки в сторону, приземляйтесь мягко, старайтесь чуть сгибать ногу в колени, ногу уводить назад с кресла, держать спину прямо, ну или чуть-чуть опускаться ниже. Работаем мы так одну минуту. Дальше или с небольшой паузой, или сразу без отдыха мы переходим на следующее движение, разножка. Вы можете работать с небольшой амплитудой, с большим темпом, или вы можете увеличить амплитуду и уменьшить темп. Также мы работаем одну минуту, сразу после скейтера. После этого следующее движение – это присед и подъем рук вверх. Вы можете работать через приседания, или вы можете добавить, поднять пульс чуть выше. Вы добавляете прыжок. Старайтесь во время приседа держать колено под углом 90 градусов. Также работаем одну минуту, можно чуть меньше, по самочувствию. После этого jumping jack. Мягкое приземление на носки, руки вверх. Опускаемся вниз. Также чувствуйте свой темп, одна минута. И финальное испытание, это любимое упражнение всех активных людей, это бёрпи. Вы можете работать вот так, это будет более активный вариант, что заставит ваше сердце биться еще сильнее. Более спокойный вариант – присед, шаг в упор, обратно – подъем. Следите за углом коленей 90 градусов и обязательно держите напряженный пресс. Выполняем каждое движение от 30 секунд до 1 минуты. Работайте этот комплекс или с паузами, или с самого начала без пауз по кругу. Сделали один круг, можете немного отдохнуть, попить воды, и второй круг сразу за ним. Выполняйте 2-3 круга, и это будет достаточно. Не болейте, будьте здоровы, на этом все. Пока.